период с 23 часов 21 числа до 4 утра были взяты на пробу сравнительные образцы, которые были направлены в научно-исследовательский институт имени Склифосовского, токсикологическую лабораторию. На данный момент мы утром получили подтверждение о том, что произошло отравление метанолом. В 5 утра трое человек были незамедлительно доставлены в государственное учреждение здравоохранения Моники имени Владимирского. И в данный момент еще 5 человек находятся у нас в Сергиево-Посадской районной больнице в реанимации. По данному факту следственным отделом по городу Сергиево-Посад Следственного управления по Московской области Следственного комитета проводится проверка в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренной статьей 238 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. К сожалению, значит, хозяин квартиры, где проходил день рождения, в настоящее время находится в реанимации, поэтому более точно установить место приобретения данной алкогольной продукции мы пока не можем. Но управление ведет в этом, так сказать, направлении свои разработки. Нет, это не в торговой точке, это чисто приобретенная где-то на стороне канистра пластиковая, 5-литровая, с которой осуществлялся разлив данного алкоголя при проведении мероприятия.